Привет! Мы на канале Денис Тайм. Привет! Мы на канале Денис Тайм. Сегодня мы открываем такую коробочку. Что это у тебя такое в руках? Это кормушка для птичек. Да, кормушка для птичек. Вот. И сегодня такую ее приобрели. Будем ее раскрашивать. Да? Да. А потом прикрепим на дерево. Положим какую-нибудь еду этим птичкам. Да. Кисточка есть. Угу. Еще есть какая-то. Вот что? Что там? Вот. Там есть. Наклейки это? И что это? Непонятно. Ну вот, мы нашли скамеечку такую красивую возле влюбленных. Здесь будем раскрашивать наш скворечник. Так, какие у нас там краски есть? Красный, желтый, синий, зеленый, черный и белый. Угу, да. Ну давай. Ну давай. Что мы будем там рисовать? Вот. Маленький художник. Желтый. Оранж. А теперь черный я буду. Давай, черный. Можешь другой рукой себя помогать, придерживать скворечник. Зелененький. Может, какой-то орнамент нарисовать? Или, там, допустим, нарисовать травку, небо, солнышко. Цветочки. Ну как рисовать? Ну как? Как ты обычно рисуешь? Или ты же любишь человечка рисовать? Нарисуй здесь, допустим, человечка. Ну зима идет сейчас. Зима идет, да. Зима, поэтому что будет у нас? Снег? Белый-белый снег. Грязный снег у нас получается. Которая мне не нравится. Мне нравится. Ну ничего, ничего, еще макай, и в итоге белый получится. Белый перекроет темный. Ну, что еще? Ну, какое-нибудь солнышко нарисуй тут. Ну, а? Давай понаклеиваем, там у нас же есть какие-то штуки, наклейки. Вот тут в наборе такой клей. Ну, мы что-то можем приклеить этим клеем. Вот. Клеите? Да. А теперь такой вот камушек. Ты. А вот теперь такой. Переливается. Вот теперь такой. Давай, приклеивай. А что там?
Ух ты! Так, есть цветочек. А это большой. Большой цветочек. Давай, тоже прикинь. На. На, видишь, какой? Вот на тебе наклейки. Давай, тут вот больше места. Не, вот сюда. Сюда? Да. Сюда же. Идем вот на ту елочку где-нибудь повешаем. Пошли. Есть тут веточки хорошие? Есть. А можем сюда, смотри. Вот на эту повешать. Достанешь? Да нет. Да. Там лучше. А теперь... Все? Теперь давай. Повешали? Что за это? Коптик, давай. А я туда буду бросать. Для птичек. Но они кушали. А, ты... А, ну правильно. Возьмем сейчас... Немножко бубличка, да, и туда положим. Да. Чтобы птички прилетели и покушали. Да. Ты. Ну, еды им хватит на целую зиму. Все? Да. Все вот. Положил. Да. Сейчас вот, птички да. прилетят, покушают. Да. Угу. Они любят, когда им кто-то бросает. Конечно. Так. Молодец. Да. Умничка. И еще сильнее. Мам, еще сильнее. Высоко. Подписывайся на канал.